Добрый день, уважаемые посетители сайта archoprus.com. Это видеообзор на обеденную тарелочку из массива черешни. Диаметр у нее 18,5 сантиметров. Достаточно глубокая, с высокими бортиками. Напоминает обычную обеденную тарелку, которая делается из фарфора или керамики. Подходит для стандартных столовых приборов. Вот так будет смотреться обычная ложка металлическая, либо вы можете купить какие-то деревянные ложки в нашем интернет-магазине. Фактура дерева очень красивая, абсолютно гладкая. Тарелка хорошо моется. Ее можно использовать для супов, горячих, холодных, а также для подачи салатов и других блюд. Если вы хотите узнать о новых поступлениях, акциях и скидках, подписывайтесь на наш YouTube-канал.